10 февраля, в день начала Великого Поста, периода подготовки к главному христианскому празднику, Светлому Христову Воскресению, архиепископ Павел Пеце отслужил мессу в церкви Лурдской Богоматери в Санкт-Петербурге. История 40-дневного поста перед Пасхой ведет нас к первым годам существования церкви. Изначально это были дни очищения для готовившихся принять крещение в пасхальную ночь. Постепенно обычай распространился и на всю церковь и оформился к VIII веку. В своей проповеди митрополит особое место уделил главной теме идущего сейчас юбилейного года. Милосердие отнюдь не является признаком слабости, но напротив, свойством Божьего всемогущества. Осознать это особенно важно в наши времена, когда зло становится все более непроницаемым, жалит все более. Именно теперь Бог, перестающий удивлять нас, открывает нам свое милосердие неожиданным образом. Завершилась литургия слова обрядом, из-за которого эта среда получила название «пепельной». Со словами «прах ты, в прах обратишься» архиепископ посыпал головы пеплом духовенству и мирянам в знак покаяния. Этот древний обряд получил свое широкое распространение в конце XI века. Начиная в этот день 40-дневный путь покаяния, мы признаем себя грешниками, нуждающимися в спасении. В этот день мы подобны Иову, осознавшему, что все в руках Бога, и именно Он – владыка жизни. Мы подобны Давиду, который осознал свой грех, и подобны евреям, готовившимся выйти из Египта и ставящим знак на своих домах, чтобы ангел смерти миновал их. С этого дня мы начинаем путь к жизни.